Ребята, иду. Зашла сегодня к нам. Еще докупила некоторые продукты возле дома в супермаркете. Куча народа, ну и в бане. Все штурмуют магазин. Сейчас еду еще. Надо под елочку Костику купить такую, знаете, какой-то конструктор. У нас такой красивый супермаркет. Сейчас вот либо в будинок игрушек зайду, либо зайду в Антоху. Немножко докупила, там хочу медовик сделать, докупила немножечко продуктов, там масло, сметаны. Ну, немножечко получилось, множечко. Целая вон, кулек целый. Так, красивенько тут все, классненько. Такие елочки повесили. Здорово. Предпраздничная суета. В продуктах просто не протолкнуться. Иду поищу какой-то конструктор ребенку. В игрушки. Пришла в игрушки. Сейчас буду что-то там. У него уже есть подарок. Но он сильно хочет конструктор. Сейчас пойду вот в Лего. Какие-то скидки есть. Так, что ему такое купить? Лего, 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 Лего. Он хочет, дупло ему уже не подойдет. Так. Оно. Сити. Что ж ему такое взять? Целая проблема. Сейчас я буду... Вот Майнкрафт любит. Любит Майнкрафт. Не знаю, какая ерунда. Проблемка. Наверное, у всех такая сейчас проблема. Низяги. Ну, тут какие-то вообще осталась ерунда всякая. Это что? Вот что это такое? Непонятно что. А это что? Тоже непонятно что. Чем мне ему надо такое? Любит он Лего. Любит. Сейчас, наверное, еще в Антоху схожу. В Антохе тоже куча народу. Сейчас посмотрю в Антохе, что есть. О, папы, мамы все бегают. Сейчас, а мне сюда. Мне конкретно, я знаю, в какой отдел. Мне конкретно в Лего. Так, дупло. Скидки есть на Лего. Так, ищу. Где Майнкрафт? Это все, что осталось. Дракон здесь тоже такой же стоит. Так, тут что-то вообще Майнкрафта нет. Ну вот какой-то за 489 гривен. А это какой? Что-то непонятно. Что это такое? Даже не знаю. Ну, дорогой. 1300 гривен. Ну что, брать вот этого дракона? Ой, не знаю. 699. Да, цены, конечно, на Лего приличные. Вот что ребенку купить? Не знаю, какой-то странный домик. Короче, ребята, выбрала вот такую акулу. Не знаю, три в одном что-то. Одобрямс. Он любит подводный мир. Так что, думаю, вот на этом я и остановлюсь. Хорошая такая акула. Крабик. Так что я ее беру. Красота, да? Елочки такие. Там он тоже елочка. Можно пофоткаться. Супер классно, да? Здорово. Все, купила подарок. Иду домой. Крошить салаты. Костик, привет. Привет. С Новым годом. Что, тебе, под... Что тебе Дедушка Мороз принес под елочку? Крутой набор. И... Да, акула какой набор, так. Покажи. Ух ты. Акула вот такая. Угу. А тебе понравилась такая акула? Да. И смотрите, что здесь еще можно собрать. Ух ты. Можно еще собрать что-то другое. Сейчас вам покажу. Что ты нам покажешь? Да, вот это кто это? Собрать. Кит. А, кит. Класс. Кальмарик. Хотите, покажу вам крабика? Давай крабика показывай. Ты уже собрал?
Ты с утра раньше всех встал, уже все собрал? Да. Ух ты, ну-ка покажи. Вот это да, ты все пособирал. Классный краб. Спасибо. А что тебе еще подарил Дед Мороз? Подарил мне вот такую вот собачку прикольную. Питомца? Да, хочу, она... я покажу, как она работает. Ну давай. Ты будешь прогулять с ней? А ну подожди. Я не вижу. Ну-ка. Ну давай еще погуляй. Вот это да. Такая смешная, да? А настоящую ты не хочешь собачку? Не, настоящую нужно ухаживать. Да? Да. То есть с этой проще, да? Да, с этой проще. А, ну конечно. Ну начнем с такой, а может когда-то настоящую купим, да? Да. Я еще собирала такой вот сундук. Сундук, сокровищ? И суну, ну вот. Это еще... все в наборе в этом, да? Да. Ну, я вижу, тебе Лего больше понравился. Дед Мороз тебе угодил, да? Да, мне Лего больше всего нравится. Изумруд вот. Понятно. Такая у нас еще маленькая елочка. Вчера вечером 31-го... Я уже забыла кое-что показать. Сейчас, Костя, вышли на улицу, и вот такие елочки и разные сосны, все валялось прямо по улице. Но мы одну забрали себе елочку маленькую домой. Так сказать, обогрели. Так что всех с Новым годом. Что ты хотела показать? Мне еще сундук так двигается. А, класс. Супер. Мой подарочек. Новая селфи-палочка. Дед Мороз мне принес. Такой вот подарочек. Нужный. Симпатичный очень. Такая вот классная селфи-палка. Ой. Во. Увеличивается. Сейчас покажу. Вот такие они. У нас сегодня солнечно. Вот такая у меня большая-большая новая селфи-палка под цвет моего чехла. Дедушка Мороз постарался. А у нас солнечно в Одессе сегодня. 1 числа. Смотрите, какое солнышко. Нету снега, мокро. Но очень-очень солнечно. Орхидея моя начала раскрываться. Подарочек мне на праздник. А это вот еще бутошки свои дует. Так что, ребята, я теперь с такой вот блатной селфи-палкой. О, вот такая вот классная палочка. Подарочек. Мой подарочек.